Да, я так думаю. Нет, это что-то совсем. Черт. А есть люди, которые спинят? Вот ты, ё-моё. Ну, да. Профессионально какая-то. Я сережки покажу, эти самые. У Черного моря. Все-таки штурвал здесь не зря. Но присутствуют музыкальные инструменты. И вот это замечательное сочетание работников романтического труда с одной стороны и работников не менее романтического труда с другой стороны. А еще последний забыл. Ой, а врачи есть? Врачи есть кто-нибудь? Черт, врачей не хватает. Врачей не пришло. Одна была. Слово для доклада. Представляется капитану дальнего плавания. Руководителю небольшой нефтяной судоходной компании, что тоже неплохо. Скрывается по позвоне Леонид Лажеров. Ура! Приветствую! Ну что, господа, мы готовы продолжить наш концерт небольшой. И поскольку речь у нас зашла за петлюры, за вот эти все дела, гражданская война, и я так думаю, что нам не грех вспомнить Леонида Осиповича. Два уркана бежали, два уркана, да на волю, на Сумкиной малине они остановились, они остановились отдохнуть. Один герой гражданской, махновец партизанский, добраться невредимым успел. Он весь в бинтах одетый и водкой подогретый, и песенку такую он запел. Товарищ, товарищ, болят так и мои раны, болят так и мои раны в хлыбаке. Одна бутыль зажимает, другая нарывает, а третья засела у сражались, за что же проливали свою кровь. Они же там пируют, они же там гуляют, а мы подавай сыновьем. Товарищи малохольные, зарой ты мое тело, зарой ты мое тело в глубоке. Рой могилу камнем, улыбку на уставлю, улыбку на уставлю положи. Товарищ, товарищ, скажи ты моей маме, что сын ее погибнул на войне. С винтовкою в рукою и чашкою стальною, и с песней на веселой на губе. Бежали два уркана до того. На Сонькиной малине они
Останови. Они остановились от тех пор. Времена гражданской, представьте себе, что творилось в Одессе. Это же 18-й год. Переполненный темными элементами какой-то захолустный кабачок. На сцену поднимается пьяный фраер и хочет помнить что-то на блатной манер. Гром прогремел. Изоляция. Идет. Кубинский розыск рассылает телеграммы. Послушай, шеф, что ты таки хочешь исполнить на блатной манер? Ведь ты же не знаешь, как поют натуральные бандиты. Послушайте сюда, маэстро, пару слов. А ну-ка, музычка. Гром прогремел. Изоляция. Кубинский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута сборами. Еще настал критический момент, но заедай темный элемент. Раскладки тут начальнички грустят. Во всех притонах бьют невины, ардравы. Во всем у городе убийства и облавы. Они приказ дают идти по бар и применить запасный канал. Рассылает телеграммы, что наступил критический момент, что заедает темный элемент, а им в ответ дают такой совет. Имейте каплю уважения к этой драме, четыре сбоку, кто ваши нет. По десимату расклад не тот. Веселились. Давайте отдадим дань памяти Аркадия Ильича Северного. Давайте.
Короче, минусовку некуда вставлять. Не будешь. Не будешь. Некуда минусовку вставлять. Поэтому не будешь. Я буду некуда вставлять. Не будешь. Нет, вставить есть куда? Снегом белым пушистым и стояла у дверцы голубого такси. У тебя на ресницы серебрились снежинки, взгляд усталый говорил о любви. У тебя на ресницы серебрились снежинки, взгляд устал и нежен, говорит о любви. Проходят разлуки, твои чувства умирают. Я как прежде тоскую, вспоминая тебя. Пусть суровые годы пролетят без возврата, но тебе я как прежде буду помнить тебя. Пусть суровые пролетят безвозвратно, но тебе я как прежде буду помнить тебя. Что мы встретимся снова, я забуду невзгоды, повстречаюсь с тобой, и опять закружаться в середине снежинки, как кружились когда-то в вышине облака. И опять закрутятся синие дымки снежинки, как кружились когда-то в вышине облака. Ты стояла у дверцы
голубого такси. У тебя на ресницах серебряные снежинки. Взгляд устал и нежен, говорил о любви. У тебя на ресницах серебряные снежинки. Взгляд устал и нежен, говорил о любви. А что, так и давайте сделаем песенку за Одессу маму. Не-не-не, что вы там говорите? Так мы уже пели. Законы служат вместо прессы. Вот так, детки любят кантри. Там законы служат вместо прессы. Вот так, детки любят кантри. Там жила хорошая девчонка Женя. За ее пускали в пенькон. За ее красивую походку. Вот так, Колька обещал возвести пенек. За ее красивую походку. Колька обещал возвести я куплю. Золотой кулон на хук повешу. Вот, с тобой на славу заживу. Золотой кулон на хук повешу. Вот, мы с тобой на славу заживу. Ты не пиши нам, ты меня не купишь. Вот, лакомые куфли не возьмешь. Потому как нету в магазинах. Завет тоже не возьмешь. Без меня тебе же жизнь не трава. Вот за что тебя я полюбил. Давай, давай, давай.
Ну что? Уважаемый товарищ, вот когда мне когда-нибудь будет 52, ух ты, ё-моё, через год, я тоже буду счастлив стать и... Юные люди, которые учили того человека, под которым рос не только я, но и большинство присутствующих. И когда такой человек просит спеть, давайте послушаем. Уважаемые человеки, я готов работать, стойте. Все, в порядке, ребята, внимание. Это стихи... Поет человек, который пел песню Аркадия Северного. Стихи на известного питерского поэта Виктора Сосноры, который давно получил большую литературную премию. А эту, этот текст он мне когда-то давно подарил взамен девушке, которая меня увлекла. Песня называется... Можно быть, ничего и не потерял. Итак, внимание. Летел детейный в сторону вокзала, называется. Вступление. Летел литейный в сторону вокзала. Я шел без шляпы, шел без башмаков. А мне моя любимая сказала, что ты погибнешь в дебрях кабаков. А мне моя любимая сказала, что ты погибнешь в дебрях кабаков. Пошел я круто, пока-пока, прямым маршрутом, пока-пока. Сижу и пиво желтое стою, а пиво отвечает салют. Она имела для постели мужа, но от меня для утренних бесед. Она имела для постели мужа, но от меня для утренних бесед. Настала
салют. Артистам за 50 салют. Сидуем пиво, желтые салют. Артистам за 50 салют. Которые я заказал в этом мире. Так, Лена Израилевич Фукс, прошу любить и жаловать. Кстати, может, некоторые не понимают, что происходит. Когда мы маленькими, я слышал песни Аркадия Северина Жибил. Когда мы все сидим, и нам поет Фукс. Где это было вообще? Кроме как здесь. Низкий поклон. Низкий одесский земной поклон. Спасибо. И продолжаем наше мероприятие. Ну что же, мы продолжим эту тему, наверное, и все нас поймут. Я прошу, спасибо. Вам, во-первых, огромное спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы показывали пульт? Спасибо. Ну, у меня много. Маэстро, огромное спасибо. Слушайте, нет, меня все можно купить. Нам даже встретиться, поговорить. Это интересно, понимаете? Я сейчас... Благодарю. А что это вы думаете такое? Я спросил, что вы делаете? Все, вам счастливый проезд. А в чем речь? Где вы? Нет, я этим не занимаюсь. Это Соня. Да, еще один Малагиньяс. Сейчас в зале стоят группа оркестра, два человека. Сергей Георгиевич Мегаскова, здесь родился и вырос, фанат детского черноморца. И самое главное, уважаемые товарищи, значит, почетный член нашей клуба Сергей Мегаскова никогда не прибегает нашими мероприятиями, когда можно здесь пребывать. Давайте пожелаем творческой удачи, успехов, всегда остаться молодым, задорным, красивым, спасибо большое. Вы нас... Аморально поддерживаете. Ребята, праздник не мой сегодня. Сегодня праздник Одессы, и этим замечательным талантным человеком. Ребята, на ваше здоровье огромное спасибо. Браво! Ура! Вот так по-английски. По-румынски. Я по-румынски добуду за последнего. Итак, мероприятие продолжается. Вот это капитан дальнего плавания. Сейчас вам покажет еще пару этих вещей. Что нам показать? Он сейчас, он уже знает, что будет жарко. То есть девушки и мужчины могут начать плавно расстегиваться, начиная сверху. Где Кузь, где Йоцы? Я не вижу строя. На полосе нейтральной. Когда границы открывались предо мной, какие груды дел я в час официальный не выворачивал, по капле, по одной. Никто с кольцами. Я человек убираю. Или я города на свете не сыскать. Недаром все его зовут Одесса мамой. От слова мама, да надо понимать. Недаром все его зовут Одесса мамой.
Не то чтобы централ, но за сервис. На острове стоял, хранил нас от тупика. На память против. Я увез. Никто не спорит со мной. Я человек упрямый. Такого города на свете не сыскать. Не даром все его зовут Одесса мамой. А слово мама надо понимать. Не даром все его зовут Одесса мамой. А слово мама надо понимать. Какие власти знал и грозных полисменов. Да полицейских, фараонов и копов. Ловил чутьем сигнал, свисток или сирена. И заползал в карман. Никто не спорит со мной. Я человек прямый. Такого города на свете не сыскать. Не даром все его зовут Одесса мамой. А слово мама надо понимать. Не даром все его зовут Одесса мамой. А слово мама перерыв, но мы немножко размялись, поэтому самые озорные песни будут наши следующие. Значит, про советский полос куплет матросы и припев, а море грозное! Привелось того!
Какое место в будущем? Это правда, ребята. Это был 1684 год. Есть одна песня, которую заставляет исполняться. Я впервые ее не пою. Нет, именно ты ее поешь. Поэтому мне пришлось ее петь. Еще ссылается. Да, еще обзывает. То есть ему хочется спеть песню, которая заставляет спеть песню. Да, это же. Владимир, хорошо трактует Качнется курс по небу, большой звездный мир. Сегодня собрались. Качнется курс по небу, большой звездный мир. Как здорово, что все люди сегодня собрались. Как отблеск от заката, костер меж сосен крашет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с горью в горле мы всех сегодня вспомним. И наши краны на сердце запеклись мечтами и песнями. Мы каждый вздох напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вздох напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Пуски в ветерок желтой ты обнимаешь меня, струна, а срока мэха пронзит голубую мысль. Качнется купол неба, большой звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня. Уже дошло веселье до ночи. Нет. Уже не весело. Правда, бьет тайком. По морде Саня Соколов пел не музыкально, скандалил. Ну и знаешь, правильно, что дали. В Ленинграде городе тишь да благодать, где шпана воры, где просто не видать. Не сравнить с афинами, прохладно. Правда, шведы с финнами, ну ладно. В Ленинграде городе на не остановите, как не проси. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, а дойдешь к стоянке. Тогда такси тяжело. Да! Для тех, кто не понял, надо плохо. Ну что, будет третья часть? Есть город, который... О, да, одну секундочку, товарищ. Да. Давай. Две секунды. Значит, человек, который сыграл белую песню в прошлом году в Лос-Анджелесе, его не стало. Где-то, правда?
Сейчас, с этим летом, я имел честь быть приглашенным на день рождения 80-летия, объявлял, значит, члена президентского этаж-клуба. Был один интересный человек из Лос-Анджелеса, его зовут Борис, я забыл, Юрий Ройзман, Борис Юделевич. Они выросли с одного двора, Борис Юделевич хотел приехать сюда, но поехал в Одессу. Когда мы встретились, да, через пару дней, один концерт, пришла Чернова, сказала, а я вас пойду знаю, с кем было города. К нам люди, пишущие одесские песни в Лос-Анджелесе, мечтают, они там заявили, приехать сюда, видеть кабачок и выступить. Потому что по нашим филиалам, которых 14 в мире, ну сейчас Сингапур откроется, ну Кишиневская это понятно, Москва понятно, Луганск понятно, Сочи понятно, Прага, Берлин, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Таллин, Сингапур, Мебу. И вот это Австралия, Ванкувер. И то, что мы делаем, мы транслируем, у нас сайт есть, да я приезжаю в Одессу, сбегаю. Приехали долго на Ленинград, был анекдот, уже все знают. Два года назад я приезжаю, вот поменялся. А у них эта хата замечательная. Это угол Базарная, угол Мейшенгас, обратно Борзлиевский, шикарный дом кот. Вы как? Мы договора нет. Нам очередной губернатор разрешил жить. То есть мы платим цифры, аренды нет, договора нет. То есть мы будем скажем, приходим. Изучают Саакашвили. Значит, я прихожу, встретились с этим новым. Да не, не успеть, какой занятой. Это ужас. На следующий день мы с женой, с ребенком сидим возле Екатерины, ждем пиццу. И говорю, сейчас, смотри, гелики стали, геленваген, какая-то краще. Кто выходит? Саакашвили. Выходит, не успеть, я сзади, видите, под я подойдем. Захожу к нему. Да, я хорошо сообразил. Здравствуйте, а я президент клуба Одессита Санкт-Петербурга. На следующий день прихожу в клуб, говорю, да я договорился, вообще не вопрос. Да ладно, что ты там будешь? Я показываю фотоаппарат фотографии. Достань. Это святая правда, фотография достань, Саакашвили. Он был плохой, а теперь он, оказывается, хороший. Сегодня брата в Киеве закрыли. То есть он там за правду, а там правда была. О чем говорю? Я к чему веду? Я веду к следующему. Я опять-таки возвращаюсь к нашему кабачку. Наша некоторая работа, активность, наши встречи продолжают просто придумать легенду про Одессу успели до нас. 30-е годы, Олешин, Петров, Катаев, уважаемый там Утеса, который тоже именно в Питере сделал свой театр джаз. Они все прошли через Питер. Сегодня день рождения великого одессита, который учился в Питере, академик Лужко, который придумал двигатель до всех ракет Советского Союза, и Буран Энергии летел на его двигатели. Это его день рождения 2 числа, между прочим, тоже одессит. Перенесили памятник своей молодости. Мы как губка, мы всегда берем, мы отторгаем, мы впитываем. Была сегодня очередной эксперимент. Сколько одесситов? Да нас же шестеро. Но мы все одесситы. Потому что мы думаем одинаково. Идеи одинаковые. Приоритеты одинаковые. Нравственная оценка событий. Одинаковые. И люди приезжают и делают. Приезжают и остаются. Приезжают и остаются. Одессит есть в первом поколении, в пятом, в шестом поколении. У меня отец приехал в Одессу, по бабушке я одессит из Коми, будет. Не важно. Главное почувствовать себя, принять этот взгляд жизни. Что мы сейчас и поддерживаем. Снова представляется, и к нам он уже. Это что-то, нет, нет, нет.
А что я забыл, что я уже. Ну, паузу держу по календарю. Да, знаю. Помогайте, ребят. Не, я держал паузу, но на самом деле так думаю. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы мы знали, как дорог. У Черного моря открывшийся мне цветущий акация гора. Цветущий акация гора. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться. Нет, про девушку. Девушку надо. Блин, ну про девушку быстро. Давай вернусь. Забыл. Где мой друг, они суси, лежал обжигаем и болем. Недаром и ночи, и родины сни, и назван мой город героем. И назван мой город героем. Учем. Остается прекрасной всегда, состаришься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город. В Одессу, мой солнечный город. У Черного моря, Николай Молодожов был у вас. И вот я вам скажу, за него, что когда по этой степи шла эта кибитка с этим замечательным Бубой из Одессы, он не знал, что пято, свято и прочее место не бывает. Всегда был Николай Молодожов. И когда меня выгонят наконец с моей работы, мы с этим человеком сядем на кибитку. У меня есть права бойца, я буду управлять этой лошадью. И поедем по Херсонской губернии. Запросто. И пятик весь. Будешь ты, а я отстреливаться. Ой, слушай, вот мне только... Николай Молодожов. Я дам вам парабеллу. Даст нам парабеллу. Даст нам парабеллу. Николай, не найдите себе. Бог любит не то, что троица, Бог любит все и всех. И вся. Поэтому пару потопов, мор, саранча, убивали детей, все было хорошо. Нам проще, чтоб не любил, нам проще, чтоб не замечал. Уже мы, товарищи, когда я встретил этого человека, я разговариваю и говорю, подожди, у тебя на лацкане это КДП? Ну, КДП. Это врач, значит, капитал дальнего плавания. Мы говорили на другом языке. Здесь присутствует очень много людей, которые закончили разные институты, очень резко воздух. Очень много людей связали свою жизнь с морем. Поэтому для одессита это куражка. Это не просто куражка. Это то, что люди относили в Александр. Итак, капитан дальнего плавания, команда Леня Лужеров. Третья часть Барызонского балета. Господа музыканты, прошу на сцену.
Жаль, вы слышали, бегут, смотрите билетики, повторно сказали. Леня, низкий все просто спёрли, да? 5 рублей оставили старыми. Еще раз, с днем рождения города Одесса! Дорогой, куда, куда вы так спешите? На вас такой-таки запыхавшийся вид. Подождите, говорю вам, подождите. Я вам хотел сегодня выписать кредит, а вы хотели прощемиться пока мимо. Каких-то левых там вопросов порешай. Зачем вам фейс такой-такой невозмутимый? Вы что хотите, целый банк сегодня взяли? Постойте лучше возле рядышком с людьми. Денег там во много хватит на троих. А этот Гамлет, он же тоже с вами. Он полыхал так шумно, а теперь затих. А мы ведь, кажется, знакомы. Он как-то брал займы 400 рублей и ночевал потом на коврике у дома. Не мог найти средь бела дня своих дверей. Прошло 3 года, я забыл за этих денег. А он мне, ну хоть бы что-то рассказал. К примеру, что был на симпозиуме в Вене или в Лондоне. На худой конец сломал, сказав бы мне, что приобрел в надо медальчу, или потратился на корму в Голливуд.
Что паровоз купил большой, себе на сдачу. Теперь за время рельсы маленькие лишь мой. Скажите, а что делать? Ведь мы должны друг другу в жизни помогать. Еще бы денег дал, их еще бы дать по делу. Но чтобы не так бессовестно их попивать. Какой пищи вы затеваете, я знаю. И я таки сегодня с вами буду пить. Вообще-то я в больших масштабах не бухаю. Но хоть разок попробовать, а чтоб так жить. Вообще-то я в больших масштабах не бухаю. Но хоть разок попробовать, а чтоб так жить. Включил заработать. Уважаемые коллеги, я уже мечтал о том, что если мне будет 52 года, я еще останусь с энергией, так это хорошо. Ты подписал Дольф Фукс. Я достану себя. Для тех, кто опоздал, да, я вас знакомлю. Вот тот в углу товарищ, это художественный руководитель государственного клубного театра «Иммигранты» Александр Плющ Нижинский, который поет спектакль по одесскому писателю Грину, «Бегущая по волнам». Там одна девушка на сцене полностью до трусов, мне даже неловко стало. Сказал, я моряк профессиональный, у вас там даже немножко зашкаливает. Это и смело.